Ваня, продолжаем играть RimWorld. К нам пожаловал торговец оружием, что я считаю довольно-таки хорошо, потому что мы сможем купить себе какие-нибудь оружия, наверное. Если они нам понадобятся, конечно же. А, тут вообще разрешить сеять. Да, тут, по-моему, запрещено, а здесь у нас разрешено. И сейчас мы здесь также. Так, а ты куда ходил вообще? Отдыхать пошел. Ну ладно, блин. На самом деле у нас проблемы с электричеством, и теперь все спят на холоде. Что плохо. Потому что здесь надо построить. Так, сейчас начнется утро. Так, 4. У нас утра, потом сколько будет. Кого я там всегда отправлял? Общение 4, 2. А, блин. 10. 2. Вообще 4. Давайте вот это будет наш торговец. Давай, просыпайся. Нам надо тебя. Ну уже. Так, это надо. Так, что мы можем? Это что такое? Окей, лекарственные травы. Рысь, варх. Можно купить себе животных, которых нам не очень сейчас надо, потому что у нас и так. Блин, всего автоматический пистолет за 6 можно продать. Пфф, это же вообще ничего не стоит. Можно обычный пистолет за 13, за 20, штаны из ткани продать за 29. Да нет, это нам все надо. Пласть из шерсти альпака. Капец, они все дорого продают. А, да ну вас. Могу купить вот лекарственных трав там. И весь пемикан, потому что, возможно, нам надо будет еда. Так, ты куда пошел? Охотиться, отлично. Так, копает залежи стали. Слушай, ты где вообще? Ты далеко где-то копаешь? Ё-моё. Слушай, а ты можешь от... нет. Терри, да? Терри может молиться. Давайте подождем. О. Работать. Давай ты немножко поработаешь над этим. Она очень сильно хочет кушать. Ну, такое, нормально, да? А что с тобой? Ой, снежок пошел. Вот, блин, надо нам, в общем. Этот тополь нам мешает, да? Его надо срубить. Тут у нас пистолет валяется. Надо его. Так. Перенести. И это тоже все надо перенести, потому что они сожрут это все. Окей. Он что делает? А, он бухает, да? Нормально. Так, ну по еде у нас, в принципе, все плохо. Я вот так могу сказать. О-о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 . Отлично. Осталось тут сделать, чтобы было тепло.
Пиратик, дострой. О, замечательно. А кто это может сделать? Так, социально расслабляется, хорошо. Это там у них бутылка на столе? А, уже нету, походу. Ну ладно. Давайте обогреватель сначала сделаем. В чем прикол? Почему вырубилось? Терри, ты куда? О, замечательно, то, что надо. А, тут надо еще сталь принести, да? Блин. Я не думал, что придется так далеко идти аж. Это что, серебро? Так. Блин, две турели, вы видели, сколько там всего? Да ну вас, я туда вообще никак не пройду. С таким количеством турелей. О. А почему это не... Не светит? Я вот не понимаю. А, потому что ночь, наверное. Но эти же лампочки и ночью светят же. Это не светит. Ха. Очень-очень странно. Как мне кажется. Ну ладно. Ой, Терри, иди спать. Я тебя, да, заставил работать целую ночь. Как целую ночь? Не целую ночь, в принципе. Что? Что не так? Сильное недоедание. Пиратик. Извини. Надо покормить. Как так случилось, что он не кушал? Вообще. Так, у нас не назначена никакая эта штука. Работа? Ты куда пошел? О, отлично, отлично. Смотрите, сколько всего можно поразделывать. Надо разделывать прям все. Нам нужна еда будет. Очень много еды надо будет, на самом-то деле. Так, что по электричеству? Пока что наши справляются, да? Вообще, по-моему, у меня есть уже геотермальная энергия, не? Нет, походу нету. Походу нету, к сожалению. Так, ну тут мы вырезали, да? Все, что только можно было. Стали у нас сейчас должно быть предостаточно. Пират, а что ты делаешь? Гуляет, потому что не назначена никакая... технология, да, для исследования. Что такое СВУ? Водяные генераторы.
Давайте геотермическую, и мы себя тогда обеспечим. Ой. Я не хотел это строить тут. Я провтыкал, да, удалить. У нас и тут и так хорошо. Как по мне, здесь довольно-таки хорошо. Все растет. Так, кто чем занят? Пират посещает могилу. Кстати, нам надо побольше могил построить, потому что у нас заканчиваются. Так, Терри у нас разделывает. Это то, что надо. Это убирает земля. Где ты ее? Блин, какого фига? Можно как-то на этой области? Как сделать настройки? Приоритет низкий. Как можно трупы, обломки? В общем, хз, хз, хз. Тут у нас весь мусор должен был быть. Не надо тут убирать, потому что это свалка. О, нифига себе. Окей. Потом, ты что делаешь? Отдыхает. Готовит... О, отлично. Собирает картофель. О, нифига, у нас картофелька выросла в пол. Нормально. Охотится. Хорошо. Ну, вроде все нормально. Правда, тут стали не хватает. Терри. А, разделывает. Да, это важнее. Это намного важнее, чем сейчас сделать вот этот стол, но мы, кстати, его можем сделать. Смотрите, у нас тут стали хватает. Вообще нормально так. И тут еще есть сталь. И тут еще есть сталь. То есть проблем со сталью у нас не должно пока что быть. Так, тут у нас что-то случилось. Всех убили. Не страшно, тут у нас есть сталь. Так, грузовые контейнеры. Что нам привезли? Шерсть гигантского ленивца. Отдыхает, слушай. Тащи сюда, если отдыхаешь. Где ты там? Че ты там шляешься? Там, смотри, волки ходят с варгом. Они тебя сожрут, блин. Не надо там ходить вообще-то. У кого это? А почему? Так. Куртка с трупа, легкая, легкая боль, неприятное место, холодно, изношенная одежда, мокро. Давайте посмотрим, что ему надо. Ему надо рубашку новую. Рубашку, да? А он может сам себе сшить? Нет. Блин, надо нам кого-то, чтоб шил это все. Нам нужна нормальная рубашка для него. Так, все спят. А где? Это вот этот, да? Он кровоточит, по-моему. Или не он? А, вот, уже убили, да? Так, надо разделывать. Надо очень много разделывать, чтоб у нас еды хватило зимой. Съесть. Не надо никого есть. Так. Ага, у нас вот электричество, короче, на исходе. Так,
Еще грузовые контейнеры. Это что? О, хо-хо, вот это круто. Этот еще спит. Этот готовит. Это расслабляется. Нет, не наш. Ладно, ждем. Так, пока Терри поиграет в бильярд. Так, что пошла делать? Разделывать. Давай доделаем этот стол. Чтоб уже было все отлично. И тогда будет круто. Так. Все будет даже очень круто. Рваная одежда. Окей. Что я могу сделать с этим? Ничего пока что. Так, где эти... Где это мясо нам упало? Блин, я потерял. А, вот. Давай, давай, тащи. Это что такое? А, олениха, отлично. О, вот сейчас у нас будет стол нормальный. Пиратик. О, это мы разберем. Что? Макро. Мне не нравится работать днем. Как тебя зовут? Карел. Так, Корел, да? Сон. Окей. Работа. Да, пожалуйста. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Короче, можешь весь день спать, блин. Как-то так, походу. Все. Теперь ты, надеюсь, будешь доволен. Я на это... Блин, у нас батареи не зарядились. Ветра нету. Надо срочно эти генераторы нам. Блин, а мы только начали исследовать. Зимой будет сложно. Электричества не хватает, чтобы обеспечить прям все. Надо больше аккумуляторов, но мы даже зарядить их не успеваем. Так, тут что-то делали. Тут тоже ничего не делает. Кто может шить? Шить одежду. О, ты можешь шить, да? Хорошо. Сейчас, получается, будешь шить. Завтра тогда. Так, можешь идти спать, но завтра будешь шить. Так, а это что за собака у нас? Блин, сколько у нас собак этих? Тут же есть... Почему ты в холодильнике спишь? Блин, странная собачка. Все, электричество закончилось. Сейчас бамс.
Короче, нам надо электричество побольше. Или поотключать, допустим, это мы не используем. И это мы тоже не используем. Это можно отключить пока что. Это не надо отключать. Что еще можно отключить? Короче, надо поотключать немножко всяких штучек. Так, еще что-то прилетело. Рис. О, круто. Так, мы даже еще, по-моему, не перенесли, да, все вот это. А тут еще и рис. Короче, надо это все потаскать домой. Потому что... Потому что надо. Блин, нам нужна эта еда вся. А, уйди, белка. Вот, белка. Смотрите. Лол. Хватит жрать мою еду. Алло. Эй. Тупо жрут мою еду. Все, мясо мы забрали. Замечательно. Это что валяется? Сталь почему-то тут валяется. Ладно, неважно. Так, еду мы забрали. Это меня радует. Вот, еды у нас есть немножко. А, блин, я эту область не расширил, да? Вот, блин. О, ай, блин. Вот это я, конечно, нубас. А у нас есть области. Так. Ну, вроде все хорошо, да? Вроде как все хорошо. Так, ну батареи не успевают заряжаться. И это на самом деле печально, но пиратик работает у нас, работает над новыми технологиями. Это меня радует. Мне кажется, я заигрался. Воу! Терри, что делаешь? Нельзя, да? Тушить. 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 Так, отлично. Все потушили, да? Так, Терри, что делаешь? Подожди. Давай все починим тут. У нас нету электричества. Так, я знаю, что надо делать. Знаете, что мы сделаем? Мы поставим генератор на дровах. А. Даже два поставим. Так, Терри почему-то в бильярд играет. Вот, и потом у нас будем на деревьях, короче, пока что выруливать как-то. Это что? Терри строит, да? О, отлично. Отдыхает. Блин, ну сейчас я думаю, ты что делаешь? Окей. Окей. Короче, сейчас будем как-то выруливать с этого фигни. Так, все спят.
Этот работает. Окей. Так. Хорошо. Не, не готовить. Давай сделаем вот эту штуку, чтобы у нас все заработало. Настроение, блин, плохое, потому что одежды нету красивой, новенькой. Вот что плохо. О, свет появился, и это уже хорошо. Нам не хватает. Не хватает, не хватает. Так. Так, мы можем продать. Что это значит? Можем продать наших собачек. Продавать ее. Блин, они просто еду у нас едят пока что. А толку не очень много. Ладно, ее оставим. Придется продать одну собачку. Простое блюдо. Покупаем все. Фу, откуда у вас плоть человека? Компоненты. Ой, какие они дорогие. Продвинутый компонент, это что такое? Классно. Это мы можем продать, потому что нам не очень надо шерсть гигантского ленивца. Кожа, кожа. Голубой мех, шкура пантеры. Вообще, зачем мне это? Так, медикаменты я бы наоборот покупал. Так они дорогие что-то. Пипец как. Так, бодрин, пускай будет, пласталь. Не будем продавать, можно пивасика купить. Так он дорогой, не, не будем покупать. О, о, футболка из ткани. Дешевые надо на покупать. Пуховик, наверное, возьмем один. Рубашку, футболку. Вот. Это мне надо сейчас. Просто, чтоб... Стол. Зачем мне? Девлятника. Ладно. Я накупляю футболок, потому что нам некому делать их. На самом-то деле. Я еще могу попродавать... Вот шкуры всякие. Вот, допустим, вот так. Потом, что еще? Кожа. Медвежья шкура, вот. Отлично. Я просто медикаментов очень много взял на самом деле. Давайте десяточку возьмем. Все, отлично. Так, ты что делаешь? Не, давай. А, я еще еды купил, да? На цветок бросил? Ах ты. Так. О, торговцы оружием. Давайте глянем, что у них там.
Так, у них есть всякие мечи, булавы. Так, автоматический пистолет за 2. Капец, вы все дешево хотите купить. Можно обычный пистолет продать. Бронежилеты. О, офигеть. Бронештаны. Бронежилет, бронекуртка, пояс, щит. Это вообще офигенная штука. Я бы взял себе одну. Так, мы можем эти, это осколочный снаряд. Нож из стали, держи. Компонент, медикаменты. Компоненты, блин, ну мы не можем пока что это все. Ладно. Вот это пояс щит, это офигенная штука, но, блин, капец, оно все дорого стоит. Миниган. Офигеть. Автоматы. Автомат. Нормально. За 500. Блин, можно взять нормальный автомат. Или бронежилет и пояс щит. Или автомат. Оружие у нас и так, в принципе, нормальное есть. Давайте даже бронежилет не будем брать. Его мы можем сделать, в принципе, даже сейчас. А вот эту одну штучку я возьму. Так, это все надо перенести. Ты что делаешь? В смысле, лилейник? А, я понял. Перенести рубашку. Так, все переоденьтесь, кому там надо. Вот, а то уже начало портиться на дворе. Ах ты! Да ёшкин кот! Хватит нашу еду! Ой, пипец. Вот, смотрите, сколько их набежало. Да ё-моё, сожрали всю еду. Алло. Вот. За это я на них буду охотиться. Так, все отлично. По-моему, все перенесли. Больше я ничего, да, не потерял. Что такое? Это что не? А, оно не подключено, потому что кто не закончил строительство? Ё-моё. То есть, постойте. Оно же должно работать. О, сейчас все работает, да? Да, все это замечательно. Окей. Так, все хорошо. Топливо. Топливо, топливо есть. Отличненько. О, нормально. Это уже лучше, чем ничего. И еды появилось у нас немножко больше. Так, ты что делаешь? Охотится. Окей, нормально. Разделывает, тоже хорошо. А, ребят, блин, да, серия длинная-то получилась. Давайте на этом будем завершать. С вами был я, Ваня. Если понравилось, обязательно поставьте лайк. Продолжим уже в следующей. Всем пока.